партия «Единая Россия», которая сегодня объявила о конституционном большинстве в Государственной Думе, на выборах пользовалась поддержкой всего лишь 10% граждан, имеющих право голоса. 10% они говорят о демократии и большинстве. И вот это ничтожное меньшинство соучаствует в ежедневных преступлениях против российского государства и русского народа. Я уже говорил и говорю, что с молчаливого согласия вот это избрана Дума. Да, 10% пришли, но извините, ведь те, кто сидел в комиссии, это учителя, социальные работники, им не стыдно будет перед своими учениками, перед теми, кого они обслуживают, вот так смотреть в глаза, что они сделали. Ведь сбросы были, и это показано было, что сбросы были, и что это сегодня нелегитимная Государственная Дума. Русский национальный фронт заявил, что не признает эту Думу, как ту, которая сегодня не является избранным народом. И эта Дума не может выпускать законы, которые сегодня, по которым сегодня может жить страна. Как они добились захвата власти? Как меньшинствам удалось захватить власть в России? Одним только образом – фальсификацией самой системы выборов. Суть ее заключается в том, что хотя и установлено по Конституции, что единственным источником власти является ее народ, является все мы, подменили систему на партийную. Так сделано по всем так называемым законам, лжезаконам. То, что преимущественные права на избрание получили партийные системы. А теперь задумайтесь, с тем учетом, что во всех партиях России состоит не более 4 миллионов человек, получается, что только 3 миллиона фактически имеют право избираться и быть избранными. С учетом всех цензов, которые установили, с учетом того, что все выборы стоят неимоверно дорого и становятся дороже с каждым разом, получается, что только доли процентов могут получить эту власть. Таким образом, власть в России антиконституционным путем, путем антиконституционных законов, оказались захвачены ничтожным меньшинством, которое устанавливает абсолютно антирусский, антинародный режим. Нас поддерживают миллионы, все те, кто не пришел на эти фарисейские выборы 18 сентября. Люди ждали, что будет хотя бы одна единственная русская националистическая партия. И тогда они бы все, без особого приглашения, в дождь и снег, в ветер и вьюгу, они бы пришли на избирательные участки и проголосовали за нас, за русских националистов, потому что все начинают понимать, те, кто нас клеймит фашистами, экстремистами и прочими извергами, сами таковыми и являются. Когда вор кричит, он же вор, а то он и есть вор. И поэтому вся вот эта мракобесная свора, которая пытается нас опорочить, она не пользуется никакой поддержкой, никакой популярностью. И реальный рейтинг проправительственной партии – это те, кому сегодня живется весело и вольготно на Руси, начиная со списка Forbes, где нет ни одной русской фамилии, и кончая другими нерусскими олигархами, а также их подпевалами, а также представителями этнонациональных преступных группировок, тогда как все поддерживают нас –